Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией по возможности. Клод Дируэт был известным французским художником эпохи барокко 17 века из города Нанси. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в 1588 году, был учеником Жака Беланжа, официального придворного художника Карла III, герцога Лотарингского. Жил в Риме примерно с 1612 по 1619 год, где, по словам Андрея Филибьена, учился у художника и гравера Антонио Темпесте. Во время своего пребывания в Риме написал портрет японского самурая, посетившего Европу в 1615 году. В 1621 году герцог Лотарингский произвел Дерюэ дворянское достоинство, а в 1645-м Людовик XIII, который в 1641-м присоединил большую часть Лотарингии к Франции, сделал его рыцарем ордена Святого Михаила. У него была роскошная резиденция в Нанси под названием Ла Ромен, где в 1633 году останавливались Людовик XIII и его королева. Вот так, данных не очень много о Клоде Дерюэт, который был известным французским художником эпохи барокко 17 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.